Бесконечные уроки и шумные перемены позади. Выпускной бал для школьников – это шаг в новую жизнь и начало большого пути. В этом году аттестаты о среднем образовании получили более 1000 выпускников. Потому что начинается новый период в жизни, новая ступень. Нельзя все время быть в одном месте. Нужно расти. Во дворец спорта «Видное», где проходил общий выпускной, приехали ребята из 17 учебных заведений Ленинского городского округа. В этом году гордость муниципалитета – 82 медалиста и 11 выпускников, получивших 100-бальные результаты на единых государственных экзаменах. Поздравил виновников торжества председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Не бойтесь сделать выбор в своей жизни. Пусть всегда ваш выбор будет успешен и удачен. Помните о своих наставниках, учителях, любите свою семью, свою малую родину. Стремитесь, старайтесь, и жизнь всегда вам ответит тем же. Выпускной бал – большое событие не только для учащихся, но также для их педагогов и родителей. Двойной праздник отметила Мария Реукова, учитель биологии Видновской гимназии. В этом году у нее выпускной класс и сын – выпускник. Я считаю, что вот это мероприятие, которое организовала администрация Ленинского городского округа, оно вообще потрясающее. Потому что ребята, у них есть преемственность между школами, и они очень хорошо между собой все общаются. Поэтому они с удовольствием пошли на это мероприятие, они все готовились. Многие одиннадцатиклассники оценили формат мероприятия, ведь на празднике можно было встретить друзей из других школ. Много друзей, много, не знаю, возможностей, что ли, много общения очень. Вот. Это круто быть в кругу своих сверстников всегда. Для выпускниц определиться с нарядом для торжественного вечера стало самой ответственной задачей. Уже бывшие ученицы Лопатинской школы Виктория Смирнова и Валерия Терещук признались, что выбор платья, макияжа и прически заняли много времени и сил. Подготовка была, конечно, очень такая сильная. Визажист, макияж за несколько часов, потом пришла в школу, опоздала на выпускной. Вот. Но зато пришла красивая и все. У меня все прошло гладко, все хорошо, макияж, прическу все сделали вовремя, пришла тоже вовремя, но, конечно, это все волнительно. Согласна. И немножко еще не верится в то, что это все закончилось. После официальной части выпускники были приглашены на праздничный фейерверк. Мероприятие продолжилось зажигательными танцами и выступлением кавер-групп. Наталья Буслаева, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.